студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! В воскресенье зима предприняла еще одну попытку атаковать нас, устроив снежную бомбардировку. Но на этом силы покинули ее. Если сегодня утром термометры еще показывали минус 11, завтра в это же время синоптики обещают плюс 11, днем и вовсе плюс 13, и даже ночью 8 градусов выше 0. Похоже, вторник окажется самым теплым днем предстоящей недели. Блокирующий антициклон разрушается, открывая дорогу энергичным североатлантическим циклонам. Хотя в регион пришла метеорологическая весна, устойчивый плюс сопровождается дождем. Но 29 марта еще без осадков и солнечно. Лишь к вечеру с неба закапает. Ветер юго-западный довольно ощутимый. Атмосферное давление низкое – 738 миллиметров ртутного столба. Рассвет наступит в 6 часов 11 минут, закат – в 18:55. За неделю световой день удлинится на 19 минут.